А пускай дети почувствуют, что праздник, учеба – это праздник. Пришли с родителями, потом могут чем-то заняться таким семейным и передать ощущение, что начало учебы – это хорошо. Ну, почему бы и нет? Дети тоже должны как-то настроиться перед первым сентябрем. А для родителей? Вот. Для родителей особенно, я думаю, нужно то, что отдыхали, потому что и так уходит много нервов на 1 сентября, все переживают. А для взрослых какой праздник? Считаешь, что нет? Нужно же отпраздновать этот праздник, первый день школы. Как бы и родители, и дети должны провести его первый день с родителями. Нет, я учитель сама. Вы считаете, что нет, правильно? Это праздник должен быть, но не выходной. Он, дома его так не проведут, как в школе, если правильно организовано. Ну, для родителей, может быть, и стоит выходной, чтобы рядом с детьми были. В принципе, выходной, соответственно, должен быть вообще для всех. Типа, все должны отдохнуть в этот день. Ну, и потом уже с новыми силами пойти на рабочий день. В принципе, да, я говорю, для всех. Потому что родители, думаю, хотят проводить своих детей в универы. Кто пойдет первый раз? Потому что я сам студент 6-го курса уже, ну, как бы, мне не надо на 1-й курс детей в садике. Почему бы и нет?